Всем здравствуйте. Сегодня у нас в ремонте Outlander с повреждениями в передней правой части кузова. Удар был не очень сильным, однако пострадал бампер, его порвало, замято крыло вовнутрь, наверняка поломаны кронштейны фары, изменен зазор между правым крылом и капотом. Также изменился зазор между капотом и левым крылом. Будем разбирать, смотреть, какие повреждения внутри. Снимаем решетку радиаторов, бампер, фару. И отодвигаем крылья от капота. После этого переходим к ремонту передней части правого брызговика. При аварии эту деталь замяло в сторону двигателя. Мы ее вытаскиваем наружу и рихтуем. Эта деталь очень важна, так как к ней крепится и крыло, и фара, и бампер. В связи с этим зазоры между этими деталями зависят от того, как мы ее отрихтуем. Подправляем телевизор и, подварив кронштейны фары, начинаем первую сборку. Процесс рихтовки этого узла осложняется тем, что клиент просил провести ремонт без повреждения лакокрасочного покрытия на крыле. Поэтому каждый раз, собирая и разбирая морду, мы постепенно подводим крыло к нужному нам размеру. Подогреваем феном кронштейны, чтобы фара встала правильно. Снимаем, ставим кронштейн, бампер, крыло. Подрихтовываем железочки, находящиеся под фарой, и доводим размеры до нужного нам вида. Процесс этот достаточно нудный, занял практически полностью рабочий день, но нужный нам результат был достигнут. Вот такой результат у нас получился при контрольной сборке. Правильно стоит бампер с крылом, крыло с капотом. Совершенно ровные зазоры. Такие же зазоры и с левой стороны. Они соответствуют заводским. Клиент уедет краситься к своему маляру, вернется к нам на сборку. Бампер покрашен, мы накинули его на кузов, и стала заметна разница в цвете. Это говорит о плохой работе колориста. То есть даже если деталь покрашена хорошо, как в данном случае, ненадлежащее качество колеровки сводит на нет все труды. Такой конечный результат у нас получился. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Обязательно напишите в комментариях то, что вы думаете по поводу ремонта. Обязательно что-нибудь нажмите под видео. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!
Союза.